Интриги, блеск софитов и ток-шоу в Геликон-опере премьера итальянской комедии «Арлекин». «Арлекин» — это необычная и редкая опера. Изначально в либретто были прописаны моменты импровизации. Постановщики дополнили сценарий брейк-дансом и акробатикой. Опера будет исполнена в Москве впервые. Ее автор — итальянский композитор Ферруччо Бузони, который жил и творил в одно время с Пуччини. Бузони был связан с Россией очень сильно, потому что он преподавал в Московской консерватории. Елена Фоминовна Гнесина была его ученицей, например. Он жил в Москве, поэтому это композитор, который даже немножко говорил по-русски. Премьерные спектакли «Арлекина» в Геликон-опере пройдут в ближайшие 3 дня.